Семья, всем привет! Сочи, Краснодарский край. У нас все тоже 9 ноября 2021 года. Продолжаем для Натальи искать квартиру. Помните, у нас запрос? 7,5 миллионов, и человек хочет, чтобы эта квартира была желательно сразу с ремонтом, с достойным ремонтом, с мебелью, которая она сможет сразу инвестировать туда денежные средства свои, сдавать и получать прибыль. Ребята, так вот, район Мамайка. 16 квартир. Вот посмотрите, как выглядит этот домик. Он более чем такой, знаете, я сейчас переверну камеру, покажу вам. Уютненький, аккуратненький. Я уже переговорил с двумя соседями. Там пара такая молоденькая. Они говорят, соседи алкоголики. Ну, они говорят про себя. Я говорю, очень приятно, мы тоже. Они говорят, мы подружимся. Это доля юмора на самом деле. Живут уже год здесь. Дом более 10 лет. Я спросил, сколько вы проживаете, довольны ли и так далее. Ответили, что все четненько. Видите, газ, все коммуникации, еще раз говорю, центральные. А главное, ценники. Сейчас вам покажу эти квартирки. Там потрясающий, свеженький, обалденный ремонт. Бомбическая, ребята, просто бомбическая терраса в одной квартире, в двух, 25 квадратных метров. Просто идет как бы в подарок к этому, просто к этой квартирке. Реально, я под обалденным впечатлением. Блин, вам должно понравиться. И ценники просто потрясающие. Просто потрясающие ценники. Я, в общем, переворачу камеру и покажу вам сейчас. И да, кстати, на каждую квартиру на придомовой территории выделено каждому парковочное место. Вот, поэтому у каждого есть свое парковочное место. Сам застройщик, человек, который строил этот дом, собственник, собственно говоря, он живет здесь. Еще раз говорю, это статус жилое помещение. Оформляемся через нотариуса, получаем долю земельного участка и отдельно свидетельство на жилое помещение. Отдельно, да, никакая не долевая собственность, ничего. То есть прописка есть, люди здесь прописаны, с этим никаких проблем нет абсолютно. И главное, домик тоже, я вам говорю, сделан аккуратненько, четненько, переворачиваю камеру. И еще раз покажу, вот так вот выглядит домик. Вот здесь въездная группа, здесь парковочка. Даже уже с парковки здесь видно, что есть, ну, такой немаленький, ребята, кусочек моря. Вот, немаленький кусочек моря. А вот, кстати, я снимаю кусочек террасы. Это и есть терраса одной из квартир. Сейчас зайдем, я вам покажу квартиру, и вы просто обалдеете, насколько потрясающий там вид просто. Ну, реально клевый. А главное, ребята, еще раз говорю, цена. Цена. Мне все нравится. Пойду снимать квартиру для вас. Так, квартира номер раз. 32 квадратных метра. Сразу скажу, что на всей площади у нас теплый пол, который, соответственно, это водяное отопление от газового котла. Вот мы зашли, у нас прихожая. Здесь, получается, для обуви. Здесь у нас все с доводчиками. Смотрите, вот такие шкафы у нас. Обратите внимание, они с доводчиками. Вот у нас, получается, прихожая зона. Дальше у нас пошла спальня. Сейчас я вам покажу сначала санузел. Вот, заходите, пожалуйста. Тоже плитка, теплый пол, ванная, полностью мебелирована, стиральная машина. Вот так это все выглядит, ребята. Проходим с вами дальше. Здесь у нас котел, пожалуйста. Все по зонам разведено отопление. Пожалуйста, кухонная зона у нас. И отдельное спальное, соответственно, место. Обратите внимание. Но самая фишка в этой квартире, отличная, абсолютно отличная здесь, ребята, мебель. Все здесь работает. Все четенько. Но знаете, какая фишечка здесь у нас? Здесь тоже у нас все с доводчиками абсолютно. Смотрите, все четенько. Мне очень нравится. Холодильничек, все есть. Ну, реально, очень хорошая квартирка. Светлая. Она более чем просторная. 32 квадрата. Она грамотно спланирована. Но самая фишка, что на сегодняшний день реально, ну, человек снизил цену, потому что есть терраса, которая 25 квадратных метров. И это просто с потрясающим видом, ребята, на море. Ну, знаете, здесь комментарий излишний. Я просто сейчас вам сниму, покажу, и вы все поймете. Я просто сейчас вам сниму, все это покажу, и вы все поймете. Я еще раз вот хочу вам поснимать, как выглядит здесь спальня, получается. Диванчик отличный, мебель вся новая. Здесь никто и никогда, ребята, не жил. Сплит,
Ну, все четенько, грамотно. Ну, заезжай и живи. Ничего не нужно. Просто заезжайте и живите, ребята. Просто заезжайте, еще раз говорю. Ну, кухонка, смотрите, каких приятных оттенков. Блин, за эти деньги это просто, ну, реально подарок. Просто подарок. 7 300 000 рублей. А теперь я пищу просто. Реально, я пищу. Вы просто выходите на свою собственную, ребята, террасу, которая, еще раз вам говорю, 25 квадратных метров. Хотите лежаки, хотите стол, хотите стульчики, хотите просто джакузи туда поставить. Что хотите, сделайте. Просто посмотрите, какой потрясающий вид. И вот вы можете каждый день любоваться, так сказать, с таким закатом, ужинать здесь. Спокойно, тишина. Вот я сейчас замолкаю на 30 секунд, и послушайте, как птички поют. Так, сейчас показываю рядом вторую квартиру. 7 900 000 рублей. Здесь 36 квадратных метров. Немножко дороже. Обалденный. Такой же потрясающий вариант. Вот она, соседняя прям квартира. Не буду выходить в коридор. Вот она, соседняя квартира. Здесь, естественно, чтобы вы понимали, стоят перегородки. Специально не делают, потому что пожелание будет. Я, может быть, здесь профлист не хочу. Я, может быть, здесь захочу перегородки сделать деревянные, да, чтобы обуютить, чтобы тепло. Здесь бы я сделал, допустим, террасу деревянную. Вот вообще нет у меня никаких вопросов абсолютно. Никаких вопросов ни к этому дому, ни к этим квартирам, ни к этому ремонту. Я вам точно говорю, что по меркам Сочи это достаточно дизайнерский ремонт. И он, ребята, очень качественный. Вот смотрите, вторая квартира. Еще раз говорю, 36 квадратных метров. Сейчас я включу вам свет, чтобы вы видели. Так, значит, у нас получается с вами... Давайте со входа начнем. Я сразу в онлайн-режиме, так сказать, отсюда. Со входа, да? Считайте, что мы зашли в квартиру номер 2. Она по соседству, да? Вот с левой стороны получается у нас такой вот шкаф. Обратите внимание. Раздвижной шкаф. Дальше у нас санузел. Санузел. Вот так все это выглядит. Другая стиральная машинка, а так большие санузлы. То есть, знаете, не маленькие вот эти коробчоночки, достаточно просторные по меркам Сочи санузлы. Все, полотенцесушитель, все есть, все отлично. И здесь у нас уже нет выделенной спальни, здесь у нас просто кухня-гостиная. Общая площадь здесь 36 квадратных метров. Давайте кухонку более детально вам поснимаю, как она выглядит. Вот такая вот кухонка. Все, ребята, то же самое. Все коммуникации здесь центральные. Полы, что в той квартире, что в этой, полностью по всему периметру, абсолютно по всему периметру. Вот так это все выглядит. Ну, красота, как бы по мне, как бы очень хорошего качества. И если ставить вопрос для себя, взять, допустим, ну, теоретически на Крымской улице, например, я не знаю, на Волжской улице 36 квадратных метров, например, за 12,5 миллионов, или взять, допустим, ребята, за 7900 вот эту квартиру 36 квадратных метров, то для меня вопрос не стоит однозначно. То есть я однозначно беру здесь. То есть эта квартира будет всегда сдаваться. У вас здесь есть свое машиноместо, выделенное на территории. То есть не проблема. То есть да, здесь нету, может быть, пешей доступности прям такой близкой-близкой прям к морю. Хотя, в принципе, кто как бы спокойно относится к пешим прогулкам, дойдет спокойненько и до моря. Ребят, ну это красота, согласитесь. Просто красота. Стоит она этих денег? Однозначно стоит. Есть какие-то проблемы юридические или технические у этого дома? Да, конечно же, нету. Потому что дому более 10 лет, дом устоявшийся, имеет статус жилое помещение. Так, значит, второй этаж, смотрите, студия 36 по выписке, плюс балкон 2 метра, 38 метров. Там балкон еще больше. Значит, смотрите, при входе с левой стороны вот такой большой просторный гардеробный шкаф. Здесь у нас под обувь. Соответственно, здесь идет санузел. Санузлы, еще раз говорю, все большие, просторные и с подогреваемыми полами. Все на газовом отоплении. Вот такая более чем приемлемая, красивая плитка. Огромная, просторная, ребята, душевая кабина. Просторная, душевая кабина, действительно просторная. Слушайте, мне очень безумно нравится. Значит, 8 350 000 рублей.
Ребят, ну, не сдает, понимаете? Вот собственник этих квартир, он не сдает принципиально, он говорит, не хочу, убьют. Я, говорит, сдавал одну, 35 тысяч, это говорит, в круглую, ну, то есть помесячно. Я считаю, что можно и дороже на самом деле сдать, то есть таким потрясающим. То есть мебель вся встраиваемая, очень красиво, мне нравится, честно вам скажу. Взял бы себе, однозначно взял бы, вот просто, вот завтра бы взял бы себе, если бы были деньги. Честно, свободные деньги взял бы себе, потому что, ну, знаете, когда вот заходишь, и ты понимаешь, что сделано все, ну, качественно, ребят, вот качественно. Ну, все есть, смотрите, шторы повесили, все есть. Честно, без комментариев, лишних без комментариев. Вот балкон, он более чем... Здрасте, здрасте. Он более чем... просторный.